Так, привет, шкодоводы. Иди сюда. Миша, подожди, я буду сейчас вот. Короче, рассказываю историю, которую мне только что рассказал тесть. Едет он на машине и слышит вот такой звук. Вот сейчас, слушайте. Ну, открывает дверь. И смотрит, у него тут полторашка лежит. Он взял полторашку, слил ее в омывайку, закрыл дверь, поехал дальше. Едет, опять слышит. Звук такой. Да, Миша, бери бутылку, спасибо. Он не понял, открывает опять дверь и чувствует, что в двери есть вес. Вот так, где-то... Миша, подойди на секунду. Закрой бутылку. Давай. Он вот так вот двигает дверь, слышит опять. И тут до человека доходит, что здесь у нас вода. А я вспомнил эту историю, что рассказывают, что забиваются сливные отверстия. Кто не в курсе, вот здесь у нас же не подводная лодка, тут не герметично. И вода, и всякая грязь. Да-да, все, иди, спасибо. У нас поступает внутрь двери, внутрь там в пространство металлокарта. И если вы не в курсе, вот здесь вот под резинками есть сливные отверстия, вот они. Так, вот показываю. Вот видно, видите? Они забиты грязью. Вот здесь он почистил. Но он подумал, что придется прилипшим, ну тут просто не прилипшим было, а грязь она как бы подлипла и забила. Здесь тоже, видите, здесь надо почистить, по сути, почистить. Он почистил здесь, ну, не знаю, здесь три отверстия, и прям вода пошла так, литрушка прям воды, литрушка вышла. Вот здесь у нас тоже есть эти отверстия, просто они, видите, они подлипают водой. Они подлипают, и иногда они, вот видите, вон сейчас грязь вышла. Блин, вот, видите, грязь выше подлипает и забивает сливные отверстия. И могут не выполнять функции дренажа. Блин, тут отсвечивает, вот. И к чему вся история? Сейчас покажу. Шкода А8. Тизгит у себя, проверь. Ну, у меня на А7 все нормально, проблем нету. Что на А8? А тут, ребятки, как мы видим... Так, видно, не видно. Вопрос был решен кардинально по-другому. Вот здесь вот. Вот, я не знаю, видно, не видно, как здесь показать-то. Так, сейчас, подождите. Блин, как лучше показать? Вот, видно, не видно. Короче, отверстия, они сделаны, вот они. Вот отверстие. Вот отверстие. Вот отверстия. Они уже не закроются у вас резинкой никогда. Ну туда дети лазят. Теперь я понимаю, когда мне человек звонил и спрашивал, у тебя, говорит, дети есть, пороги, они покоцаны. На А7 пороги идеальные. Сейчас дети подросли и сами пытаются постоянно вылазить из машины. И тут уже у меня есть, видите, следы. На А7 такого не было, они были маленькие, сам вот их вытаскивал из машины. И вот теперь с этим будем заниматься. Короче, рассказ к тому, что на Шкоде А7 даже эту тему доработали. Видать, все-таки были претензии к дверям, что набирают они влагу. Теперь просто-напросто сделана такая конструкция, что уже физически туда не может попасть грязь, грубо говоря, из-за того, что резинка там, типа ее там заклеивает, собирает его. Видите, все понятно тебе. Еще одна вещь, которая была доработана в Шкоде Октавии А7, вернее А8, какой-то нюанс уже. А вот по этому поводу нашелся человек. Помните, я снимал ролик, говорил о том, что некачественно приклеено криво. Оказывается, нашелся человек, который работает на предприятии автопрома, который именно клеит вот эти антигравики. По его заверению, на это дается там около 8 секунд. Сейчас, подожди, Миша. Дается около 8 секунд. И говорит, попробуй за 8 секунд наклеить правильно. Вот он типа клеит. Как наклеил, говорит, так наклеил. Дальше конвейер двигается дальше. Поэтому, говорит, если что, говорит, не серчай, говорит, если я так наклеил криво. Ну, человек, ну, старайся клеить прямее, ё-моё. И как видим, здесь они тоже загиб сделали, да? Здесь сделали загиб тоже. Есть нюанс такой. У А7, сейчас посмотрим, там у тести машины недалеко. И вот, возвращаясь к антигравике, видим, здесь она наклеена по-другому. Вот такая темка. Ну-ка,
Здесь тоже видим пороги. Тут тоже дети катаются, те же возят детей. Здесь, да, такая же ерунда. О, видите, опять грязь. Вон грязь. Вот ее надо. Убирать ее надо. Сливное отверстие забито. Поверьте у себя, а то сгнет ваша тачка изнутри. Не дожидаясь вашей старости. Вот такая темка со старостью. Лайк, подписка. До свидания. А я пошел в домик. Пора играть с детьми.